Что жжешь? Оцените красоту изложения. Нагреть щепотку дуры, да так, чтобы едва могла терпеть рука, и опосля, измельчив в ступице, залить луковым отваром. Да. Где ты взял эту хрень? Да здесь, на столе валялась. А что такое дура? Дура? Это вид слабоумия, присущий женщинам. Не, братишка, тут двумя буквами «Р» написано. Это растение, похожее на пшеницу. Растет в Средней Азии. Марияшка опять раздетая на улице стоит. Такой дубак. Ничего не чувствует. Снова заболеет. А че ее жалеть-то? У нее житуха поприкольнее нашей будет. Аленчик, помнишь, как мы над ней прикололись, а? Я еще смайлики на сиськах нарисовал. Чего? Да ладно тебе. Так прикольнулись над психованной. Она все равно ни хрена не одупляет. Даже не верится, что у нас одни родители. Она несчастная больная девочка. За что вы все время издеваетесь над ней? Она же ничего вам не сделала. И не то, что стыдно за вас. Козлы. Тем, ну все, хватит париться. Забей. Да он запал на нее. Вот и парится. Или они друг на друга запали. Че ты думаешь, она в одной сорочке-то? Такой дубняк выходит. Стоит, как мумия, смотрит на него. Может, она и волосы для него красит, а? Она не красит волосы. Она посидела от того, что в детстве на ее глазах зверски всю ее семью убили. Ей было 7 лет. Сошла с ума и посидела, понимаешь? 7-летняя девочка. Лёх, вот нахрена ты это начал, а? Да пох. Сейчас успокоится. Смотри-ка, что тут с камеры. Вот оно тебе надо было, а? Прикол хотите? Состояние гипноза открывается истинная сущность личности и пробуждается его истинный талант. К примеру, гипнотизируемый мужчина по занятости понял, 40 лет от роду, ни разу не державший в руках скрипки, под гипнозом Д.А. Демьяненко виртуозно повторил произведение Ивана Хандюшкина. Вот конюх, а на скрипке смог. Ты чё? Типа я штукатур? И вдруг стану музыкантом, как Бетховен, да? Чё улыбы-то давите, а? Да так, ничего. Доверьтесь мне полностью. Расслабьтесь. Поставьте руки перед собой. Сосредоточьтесь на этом предмете. Когда я досчитаю до одного, ваше сознание станет свободным, и руки сомкнутся. Ваши руки начинают притягиваться друг к другу. 5, 4, 3, 2, 1. Руки сближаются. Смотрите мне в правое око. Чего, не цепляет? Да иди ты. Я думал, здесь магия, здесь развод по полной. Где ты взял эту хрень, а? Да вот на столе лежала. Я думал, подействует.
Чё это с нашим киномехаником-то? Заснул? Сёма! Сёма! Ты меня слышишь? Я слышу. Меня покрасили, а? Наш брательник в отключке. Смотри-ка, рожа белая, глаз стеклянный. А давай над ним приколимся? Как? Сейчас узнаешь, иди тащи кетчуп, только с реальными помидорами, красный который. Что за кровь? Господи. Ленчик, вставайте. Хватит шутить. Лех, вставайте. Ну что же, ну вставайте. Вставайте, лежебоки. Ну вставайте. Леха, Ленчик. Открой глазки. Лёнчик! Лёха, ты чего разлёгся? Вставай! Лёха, ну... Лёха, ну посмотри. Лёха, ну посмотри на меня! Лёх! Пожалуйста! Мамочка! Мама! Я убил своих братьев. И Лёшка с Лёнчиком умерли, мама. Я убил их.